Всем здорово, ребят. Ну что, остались считанные минуты до открытия Нарсии, эры войны. Сейчас будем с вами пробовать бегать, смотреть, что и как. Изменились ли здесь плюхи, точно так же, как и на Тайване. Я показал вчера на Тайване, поменялись немножко плюшки, поменялось все. В общем, сейчас с вами посмотрим, что у нас в итоге получится с новой локацией. Ну, я уже говорил, мне она не зашла. Все доступно. Поехали. Все такие, да, сейчас, короче, побежим. И я тоже, знаете, такой, да, сейчас я зайду, и, блядь, обломался. 12 часов еще ждать. Короче, она начнется в полночь. Ну, все как обычно. Сейчас я попробую перезайду на второй аккаунт, посмотрю там еще. Ну, я думаю, вот, напишите в комментах, кто тоже ждал этого момента, чтобы зайти на новую локацию и поиграть сейчас обедом. Вот сколько таких человек, как я, кто ждал, сидел, чтобы зайти, просто чисто посмотреть, не знаю, поиграть. Я, конечно, уже играл, я вам хотел запилить видос, показать, но сколько таких обломившихся. В итоге нам придется еще... Да, через 11 часов, это в полночь, короче... Как обычно, знаете, вот этот момент оттягивается, оттягивается, оттягивается. Ну, в общем, что я могу сказать? Жесть, одним словом. О, кстати. Кстати, поехали, сейчас посмотрим. Я ж тут вроде не добегал за пределы. Да, у нас пачка такая попалась. Попробуем сейчас ее шатануть. Жесть, конечно. Ну-ну-ну, тащите. Райка, давай ты хоть дотащи. Да, конечно, вот это, я думаю, такой сейчас зайду, начну смотреть, что какие плюхи, ага. Жесть. Просто жесть, ребята. Ну, в общем, судя по всему, если через 12 часов, то на немке вообще будет получается. А хотя сейчас зайдем на немке, посмотрим. Нет, там вроде тоже регистрация попозже будет. Ну, сейчас чекнем немочку еще заодно. Посмотрю, может, по арене. Будут какие-то изменения. Блин, божество вот вроде и получил, знаете, вот все-таки хотелось барда. Вот вроде божество есть, но от него толку реально никакого. Так, Фрейка, давай тащи. Кто там у нас остался? А, там тыковка вражеская. Блин, вот посмотрите, как Фрей дамажит. Там, блин, отхил 11 с чем-то лямов. Я офигею просто. Так, ну хоть этих посносили. Там тыква осталась, нифига себе. И это моя Фрея не может тыкву ушатать. Что за бред? Пипец. Что это за фигня? Что это за свали? Ну вот объясните мне, как вот... Как против него воевать? Посмотрите на дамаг моих героев. И он просто тупо ушатал только что, ну, и божество, которого реально кайфовый деф. А Фрей нифига сделать не может. Я просто в шоке. Сейчас попробуем перезайти.
Давайте, кстати, сразу на немку, а потом вернемся на русский сервер. Жесть. На немке, кстати, открылся магазин. Что тут у нас на этого скитальца, да, скин? Сумочки. Нельзя это показывать АС-серверу. Так. А тут еще, кстати, добавилась вот такая вот с картами. Ну, как по мне, бессмысленная тема. Сумки с розой, кстати, убрали. Так, а что я сюда полез? Да. Обломиска еще та, короче. Да, тут тоже через 12 часов старт. В общем, не судьба, ребят, не судьба побегать. Это закончилось только у нас регистрация. В общем, после полуночи аж. Да. Ну ничего. Я забегу в другие игры, почекаю, что там интересного есть. Шпрот? Шпрот подписался. Шпрот, ты попал на видос. Ой, жесть. А, у него, наверное, продлилась, скорее всего, спонсорка. Так, что это за дичь? Давайте попробуем пересобрать наших героев. Сделаю атакующий вариант, попробую. 10-й пакт, и она свалена не пробивает, представьте. Трэш реально какой-то творится. Давайте попробуем с расколом. Как вариант. Ну вот посмотрите, тыкву ушатали, а этого кренделя ушатать не могут. Ну это просто писец какой-то. Наконец-то. Наконец-то. Что? Что это за фигня? Герои без эволюции просто тупо разобрали героев со второй эвы? Это как? Вот это просто, ребята, трэш. Я уже, знаете, я уже ничему не удивляюсь. Вот просто вот просто не удивляюсь. Я офигею, как так? Причем, блин, там герои реально без эва. Посмотрите на моих героев. 30-й прорыв, вторая эволюция. Землеройка. Вторая эволюция 11. Ну, это еще, ладно, не докачано. Ну как? Поражаем мы не берем в счет. Ну как? Это просто бред какой-то, вот реально. Там смотр, походу, ударил. Да. Короче, такие вот дела. В общем, что делать? Будем ждать вечера, думаю. Других вариантов нет. Сейчас, кстати, надо будет забежать еще на АЭС, посмотреть. Что там на Айсе делается по плюхам сегодня, может, что-то интересное добавили. Я уже даже не знаю, что говорить. Я просто в шоке. Так, сейчас я, ребятушки, чекну, скажу вам, что-то есть интересное, нету. Бонусная настолка. В поисках сокровищ. Блин, лучше бы сегодня ролили. Реально, хоть бы что-то вытащили интересное. Ух, не, это надо показать. Это однозначно надо показать. А сейчас, ребята, я подключу его. И покажу вам АЭС. Барт.
Барт за ролл. И это реально. Ну, по крайней мере, я вчера столько пепельных матрон повытаскивал, что это просто писец. Так, сейчас откроем. Смотрите, вот AS сервер. Давайте так, магазин скидок. Ну, такое. Такое, карты. Донатные такие. Коллекционер. Ну, космо, за космо, честно говоря, плюхи такое себе. Но посмотрите вот сюда. Вот реально. Землеройка, донатная карта. Пепельная Матрона, Барт. Это за роллинг. Донатная карта и этот за роллинг. Это реально круто. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Будем ждать вечера. Ночи. Может, ночью засниму. Вот новый герой за 4 пака. Вот. Бред. Бред, конечно. Творится. А с акциями, я считаю, надо все менять полностью. Давайте забежим еще на столку, посмотрим. Вот тут настолка такая же, как и везде. Цветущие сакуры, все дела. И есть космо. Вот это неплохо, кстати. 10-ю эмблемку забрали. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.